Здорово всем, народ, с вами Рэпер Трейдер. Сегодня у нас будет ночная торговля. Сегодня будем торговать. Поставил себе цель сделать 3 сделки по 20 рублей на разных валютных парах, проанализировать и на этом закончить торговлю. То есть, какой бы результат ни получился, заканчиваем торговлю. То есть, торговля по цели. Я раньше так делал. Ставим цель, добиваемся ее и уходим с рынка. Так, здесь восстановился. Опять упал. Короче, давайте ловить эту игру. Я думаю, давайте здесь словим быстро на повышение на 20 евро. Все, хватит, ждем. Словили. Видите, словили разворот. Но здесь, видите, происходит такая игра. Давайте я вам еще нарисую, что здесь происходит. Смотрите, какая здесь тенденция. Видите, что происходит? Такие вот резкие пробои и резкие повышения. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. Здесь, кстати, можно поиграть по скальпингу чисто. Вот здесь вот резко заходить на повышение. Когда такая ситуация, ее просто нужно ловить. Хм. Прикольная ситуация. Давайте сейчас, если здесь будет коридор, будем здесь играть. Так, 17 евро мы затащили. Давайте, будем ловить. Успел. Сейчас будем ловить. Не успел. Снова я отхожу от своего графика. Хотел сделать 3 сделочки по 20. Все, уже нашел. Ну да ладно. Что у нас здесь? Ну давай, давай, выстрели ниже, выстрели ниже. Так, одна в плюс, другая в минус. Итак, зашел я на 20 евро на повышение от уровня. Знаете, вот заходишь... Вот, по вот этой вот схеме зашел. Знаете, хочешь так поторговать, да? Ожидаешь одно от рынка, заходишь, и здесь вообще непонятно, какая картина. Рынок начинает колбасить в разные стороны, и непонятно, что происходит. То есть, вот такая вот ситуация на рынке. Но сегодня вообще что-то странное. Смотрите, какие вот... Видите, какая тенденция была? Красно-зеленая, красно-зеленая. И здесь у нас опять все на волоске. И ставочка заходит. И я думаю, хватит на сегодня, народ. Что у нас получилось? Получилось... В принципе, мы немного... В принципе, мы норму выполнили. Одна вот не зашла. Короче, рынок сегодня непонятный. Я вот пытаюсь его как-то видеть, что происходит. Короче, было 24, стало 55. Сколько мы там заработали? Ой, я не умею считать. Заработали, сколько заработали. С вами был Рэпер Трейдер. Подписывайтесь, народ, на группу. Здесь все будут новости, здесь все розыгрыши, кстати.
скоро, 1 апреля, в 21 по МСК. Кстати, с Киевом и Москвой время уже одинаковое. То есть в 9 вечера по Киеву и по Москве. На моем канале в Ютубе будет розыгрыш, подписывайтесь. И еще, может быть, в конце месяца, в конце марта, я сделаю акцию на пополнение. Может быть, не хочу ничего обещать, но может быть сделаю. То есть 31 или 30, может быть, я сделаю эту акцию. Так что подписывайтесь. Хорошо сегодня поторговали, без напряга и волнений, в хорошем плюсе. Спасибо Трассу за сигналы. Да не за что. Давайте опубликуем комментарий. Вот так вот у нас люди оставляют отзывы, кто торгует. Так, подготовить к публикации. Так что, народ, подписывайтесь, всех приглашаю в свою закрытую группу, будем зарабатывать вместе. С вами был Рэпер Трейдер, всем пока.